Соседу, который подозревается в жестоком убийстве 5 знакомых, в том числе и 5-летнего малыша, избрали меру пресечения. Мужчину отправили в СИЗО на 2 месяца. Уголовное дело заведено по статье «Убийство 2 и более лиц». В ходе расследования было установлено, что в ночь с 3 на 4 мая в доме по улице Паромской в городе Низипетровске хозяин дома, его сожительница, а также их знакомые, обвиняемый и 2 гостей, устроили вечеринку. После этого сосед на что-то обиделся и нанес множество ножевых ранений кухонным ножом 4 взрослым и ребенку. Все скончались на месте. Еще одного малыша, которому всего было 7 месяцев, убийца оставил в живых. Выжила и девочка погибших. В момент трагедии она была у своей бабушки в гостях. Первым из подозреваемых стал бывший супруг одной из погибших. Якобы он очень тяжело переживал разрыв и ранее уже угрожал возлюбленной. Но у него оказалось алиби. В момент массового убийства его не было в городе. Позже установили личность предполагаемого палача. Им оказался 33-летний южноуралец. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все детали расправы. За такое ему может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.